Привет, с вами Ярославна Громакина, и сегодня я расскажу вам, как можно потренировать свой головной мозг простыми упражнениями. Для этого вы берете вот так вот руки, да, и соединяете указательный палец с большим, правая и левая рука. Затем начинаете просто их переставлять. Когда вы переставляете пальцы, старайтесь, чтобы у вас вот эта картинка, такой импровизированный, не знаю, прямоугольник, чтобы она у вас не превращалась вот в такую кашу, да. Это, кстати, тоже отдельное упражнение, можете его попробовать на досуге, но сейчас мы делаем именно вот так, да. Раз, 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 раз. Со временем у вас будет получаться все быстрее и быстрее. Не забывайте делать это упражнение в разные стороны, то есть, чтобы вы не привыкали постоянно в одну и ту же. Вот сейчас мы спускаемся вниз, да, потом идем наверх. Простое упражнение, выполняйте его. Еще мне нравится упражнение, когда вы одной рукой показываете два пальца, а другой три. Вот. Оно простое, но тем не менее начинает тренировать наш мозг. Если вы не делали это упражнение ранее, оно может показаться вам сложным. На самом деле ничего сложного нету. Пытайтесь, выполняйте. Это очень здорово. Ставим лайк, подписываемся на канал. До скорых встреч!